Мне страшно представить, что было бы со мной, будь я на месте этих детей. Здесь больше никто никогда не убивает. Святая тишина. Издали на чистом снегу было видно, как по наметанным сугробам бредет большая черная птица. Ее худые ноги медленно поднимались. Она выпрастывала их из снежного слоя. Потом опять опускала. Пушистая, мятая, мягкая, холодная. Шагала, шагала, шагала. Это не птица. Это человек. Это девочка. На ней черная одежда. На руке черный номер. У нее длинные черные волосы и огромные, как блюдца, бедные слезные глаза. У нее глаза величиной с черное озеро. Это не девочка. Это существа, которых Гитлер велел истребить. Всех до одного. Сжечь, спалить, расстрелять, смахнуть с лица земли. Так хозяйка смахивает ржаные крошки с белой, чисто белой скатерти. Девочка-скелет идет по белому снегу. Черная девочка по нежному снегу. Куда она идет? Зачем? Медленно переставляет ноги. Ей тяжело идти. Очень тяжело. Она голодна. Русские солдаты дали ей немного поесть. Но она была так голодна, что все съела сразу. И чуть не умерла. Из лагеря всех живых вывезли. И солдаты ушли. И немцы, и русские. Девочка шла. И внутри нее звучал плач. Она забыла, что такое музыка. Она забыла, как играют и поют. Когда давно на земле был мир, она умела играть на дудочке. Она называлась кларнет. Она играла во дворе, в солнечном дворе. И птицы слушали ее, голуби и воробьи. Девочка шла по снегу, плакала внутри себя и пыталась вспомнить, что такое музыка. Снег шептал ей в уши мертвым молчанием. Я тоже музыка, тоже, тоже послушай меня. Снег хрустел под ногами, снег стонал, снег кричал, снег хрипел, снег умирал. Девочка была так худа, что ее качал ветер. Вот она пошатнулась и вздернула руки. Она начала падать и падала медленно-медленно, как во сне, как вылетевший из печи уголек. Летит легкий и жгучий на доске, на половице. Она выпала из печи, в которой хотели ее жечь, да не сожгли. Она осталась жива. Зачем? Детства нет. Вон оно лежит, мертвое, невидимое. Никто его не видит, кроме нее. А может, ее больше нет? Плоская крыша, плоская земля, плоская белая кровать, а на ней покрывало снега. Не распахивая покрывало, не стаскивая с кровати его, а под ним страшное. Лучше тебе этого не видеть и не слышать. Под ним пепел, там зубы и волосы, там отломанные на морозе пальцы и вырванные из кровавых мочек серьги. Там смерть, которая так долго притворялась живой. Она должна дойти вон до того барака. Там лежат дети, мертвые дети. Она знает. Она снимет с мертвого ребенка сапожки и наденет на свои ноги. И тогда она ноги не отморозит, и ей их не отрежет хирург Гермингеля. Девочка шла, прижимала ладонь ко рту, смотрела прямо перед собой и не видела ничего, кроме снега. Белого, чистого снега. Издалека, с высоты длинных каменных гусиных шей, труб крематориев, она казалась черным цыпленком, которого сначала убили, потом зажарили, потом оживили и сняли с тарелки. И пустили в мир, в мертвый мир, и сказали, глумя синистого хохоча, «Беги, цыпленок, шагай, ты теперь один тут живой».